Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. И снова я рад приветствовать вас на нашем канале видео, где мы сегодня познакомимся с вами с очень хорошими сувенирными изделиями. Это сувенирное кимоно для дзюдо от компании Fighting Films. Выпускается в белом и синем цвете, и мы начнем с белого сувенирного кимоно. И так как мы видим, кимоно упаковано в прозрачный полиэтиленовый пакет, очень удобный. Кимоно достаточно большое, и сейчас мы посмотрим его поближе, распакуем. Итак, перед нами сувенирное кимоно для дзюдо. Как мы видим, оно выполнено из дзюдо ткани, плетеная ткань, практически идентичная, как куртка кимоно для дзюдо. Но немножко плотность меньше, где-то порядка 200 грамм плотность ткани. Вот так оно выглядит с передней стороны. Здесь мы видим черный пояс обмотанный. Очень симпатично выглядит. Переворачиваем кимоно на другую сторону. И перед нами задняя часть сувенирного кимоно для дзюдо, где написано английскими буквами, это вышивка, написано Ippon. Здесь мы видим специальную веревочку, крепление. Оно пришито к этому сувенирному кимоно, за которое можно подвесить это кимоно или в машине, или дома, или в любом месте, или даже на сумку повесить. Вот такое сувенирное кимоно от компании Fighting Films. Очень качественное. И может быть использовано в качестве сувенира, подарка на день рождения или даже на соревнования. И теперь давайте мы посмотрим также синее кимоно, так как это сувенирное кимоно в двух цветах выпускается, синим и белым. Также оно упаковано в прозрачный полиэтиленовый пакет, который мы сейчас распакуем. Итак, перед нами синее сувенирное кимоно для дзюдо. Оно также выполнено из дзюдо ткани. Плетенка. Плотность где-то 200 грамм. Достаточно мягкая и в то же время плотная. Черный пояс. И переворачиваем кимоно на другую сторону. И здесь опять мы видим вышивка. Ippon. Это именно вышивка, это не термопечать, это вышивка белыми нитками, Ippon. И специальная веревочка такая, удавка, для того, чтобы можно было прицепить это сувенирное кимоно на какой-нибудь крючок. И оно будет украшать в машине или дома. Или также можно прикрепить к сумке. Вот так выглядят два этих сувенирных кимоно от компании Fighting Films. Рекомендую.